Если женщина, например, феминистка, ты смог бы встречаться? Ну, это что это значит, феминистка? Но ну, если она скажет, будем с тобой делить счет. Ага. Скажет, я плачу за себя, ты за себя. Окей, норм. Но давай просто не будем сейчас считать. Давай сегодня я, завтра ты. Ну, как бы... У тебя было такое? Не было такого, чтобы настаивать на этом. Ну, окей, норм. Если ты так хочешь, я не против. Но только давай... Я не люблю, когда мы сидим за столом, что у меня было. Погоди, у меня было два вина. Это мой салат, но это пополам. Но ты съела 60%, а я 40%. Ну, как бы это... Это женщин касается или всех касается? Всех. Я не люблю... Ты щедрый. Ты лучше сам все закроешь. Да, лучше так, чем сидеть и это считать.